Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 21 декабря. Дело в том, что это один из сильных, мощных по энергетике дней, в то же время волшебных. 21 декабря – день зимнего солнцестояния, когда мы с вами можем изменить свою кардинальную жизнь. Но нужно сделать, нам нужно понимать и знать, как это правильно делать. И далее в этом видео мы уделим в зимнему солнцестоянию максимального внимания, чтобы вы знали, что делать, как делать, какие практики провести. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, 21 декабря – день зимнего солнцестояния, когда наступает у нас с вами самая длинная ночь и самый короткий день. И вы знаете, это поистине очень мощный энергетический день, ведь недаром славяне верили, что в этот день добро побеждает зло, даже жгли костры и ходили колядовать. 21 декабря с 19 по 19 часов 30 минут по Москве Солнце переходит в знак зодиака Козерог, и начинается у нас с вами астрономическая зима, самая длинная ночь в году. День зимнего солнцестояния в этом 2021 году приходится на 21 декабря. Вернее, начинается 20 декабря с самой длинной ночи, продолжительностью 17 часов, и переходит в самый короткий длительностью день 7 часов. И получается, что в этот день Солнце и Луна очень сильные, и наши действия будут подкреплены энергетически и тем самым будут многократно усиливаться. Поэтому благоприятно мыслить позитивно, тем самым притягивая удачу, изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Эти дни могут быть очень эмоциональны, и поэтому очень важно правильно вот направить эту энергию в нужное русло. Конечно же, 21 октября – это день обновления и начала нового. Все, что будет сделано в этот день, заложено, загадано. В этот день заряжена энергия роста, энергия увеличения и развития. Поэтому очень важно в этот день, 21 декабря, загадывать важную для вас цель на 2022 год, продумывать ее во всех деталях и красках. Обязательно пропишите план по достижению своей цели, ведь именно план заземляет ваше желание и превращает его уже в цель. А сегодня, 20 декабря, накануне обязательно нужно расхламить все свое пространство. Сделайте уборку. Есть время и возможность, сделайте генеральную уборку. Выкиньте все, что вы уже не носите, не используете. Избавьтесь от старого, от ненужного. Обязательно избавляйтесь от обид, от негативных установок, которые мешают вам двигаться вперед. Оставьте в прошлом все ненужное. А с любовью и благодарностью за полученный опыт только благодарите. Конечно же, мы рекомендуем вам собрать всю вашу одежду, обувь, возможно, старые игрушки, книги, которые вам не нужны, которые лежат, знаете как, или на память, или одену только тогда, когда похудею. Поблагодарите все эти вещи за то, что они служили вам, за то, что сделали вас красивыми, модными, счастливыми, и с намерением, чтобы эти вещи сделали счастливыми других, отвезите, как вариант, в приюты нуждающимся. Это минимум, который доступен каждому, и таким образом вы даже в какой-то степени почувствуете себя волшебником. Будьте в благодарности весь день 21 декабря. Будьте благодарны за все то, что вы имеете.
Вспомните, что на протяжении 2021 года в вашей жизни было важное и ценное. Все то, что случалось с вами, за что вы благодарны не только себе, но и другим людям. Очень важно, если вы проснетесь и уже 22 декабря и встретите новый день. Знаете, вот момент рождения молодого солнца. И сделайте вдохновляющую медитацию или практику для того, чтобы зарядиться и замотивироваться на движение вперед к новому. Также наши предки в этот день колядовали. Ну а теперь давайте внимание уделим чек-листу на 21 декабря, день зимнего солнцестояния. Что же нужно сделать в этот день? Помните о том, что мы наполняем этот день только позитивными и благоприятными моментами. Помните, все, что вы отдадите в этот день и сделаете для других людей, вернется к вам в 100 раз приумноженным. Особенно это важно для тех, у кого либо наполеоновские планы на этот год, либо если в скором времени собираетесь запускать, например, какой-то большой проект или планируете осуществлять мечту. Потому что это последняя точка включения в энергии года. Итак, какие же нужно выполнять действия 21 декабря? Можете это делать и 22 декабря, потому что помните, что именно 21 декабря – это день чудес, и вы можете воспользоваться вот этим волшебным временем. Во-первых, считайте деньги целый день. Чем больше насчитаете, тем лучше. Если у вас вы ограничены в деньгах, да, и у вас небольшая сумма, то время от времени на протяжении всего 21 декабря пересчитывайте постоянно одни и те же самые деньги. Можете считать и себя представлять, что в этот момент у вас не самая купюра самого минимального номинала, а самого большого. Просто представляйте, считайте, представляйте, что у вас намного больше денег, визуализируйте. Также 21 декабря наденьте обязательно чистую одежду, так вы прокачаете свое здоровье. Также подарите деньги деткам, желательно в красных конвертах. Не обязательно дарить какие-то большие суммы, пусть это будет символическая сумма, но подарите. Обязательно отправьте сумму на благотворительность. Если есть возможность, в этот день угостите людей, потому что чем больше будет охват, тем лучше. 21 декабря накройте и стол сакральными продуктами. Это виноград, это может быть гранат, ананас, орехи, семена, пшеница, в любом виде фасоль, но не стручковая, апельсины, мандарины, яблоки, изюм, пироги с капустой для привлечения именно денег и богатства в вашу жизнь. Возьмите с ягодами или с яблоком для здоровья, с мясом, с рыбой для процветания. Также можете приготовить что-либо из карпа. На столе поставьте шоколад, конфеты. Вы даже можете потратить часть купюр, так называемых денежных магнитов, которые заканчиваются на цифру 8 и 9. 21 декабря соберите гостей при возможности и как следует их накормите. Изучайте только позитив и желайте людям только добра и процветания. Зажгите свечи весь день, пока вы дома, особенно у входной двери, и старайтесь избегать востока и юга в своем доме. Также в этот день, 21 декабря, обязательно делайте ритуалы на исполнение желаний. Карта желаний или другие ваши желания по желанию. Также обязательно 21 декабря, что нужно еще сделать, это нарядить елочку. Но не просто ее нарядить, а еще и зарядить ее на удачу в новом году. Итак, наряжаем 21 декабря елку, когда стемнеет, и начинаем наряжать только сверху вниз. Если вы хотите привлечь любовь в свою жизнь, вешайте птичек. Только помните, что мы вешаем пару. Если вы хотите родить ребенка, то вешаем ангелочков. А если вы хотите привлечь достаток, изобилие, благополучие в свою жизнь, то вешаем монетки, купюры. Пусть это будут даже имитации или будут шоколадные. Украшения желательно выбирать золотистого, серебряного и синего цвета. Далее, что еще нужно сделать 21 декабря? Возьмите лист бумаги и напишите свои самые заветные желания, только, пожалуйста, в настоящем времени.
Далее заверните треугольником, именно треугольником, и повесьте на верхушку елки. Можно с обратной стороны, спрятав от лишних глаз. Таким образом, мы с вами заряжаем нашу зеленую красавицу на удачу. А перед сном напишите на листочке все то, от чего вы хотите избавиться в этом году. А после того, как вы напишете, обязательно сожгите. Ну и, конечно же, не забудьте принять ванну, желательно с солью. И избавьтесь от всего старого и от всего негативного в своей жизни. Воспользуйтесь 21 декабря вот этой возможностью, когда очень мощный и сильный энергетический день. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно будет полезна и важна.